камеру. Но почему она... Привет. Привет. А почему ее не было прошлой ночью? Прошлой ночью? Когда ты показал, как делать эту штуку? Как она там называлась? Вертолет со Staten Island? Я тебя этому научил? Да. Ты что, не помнишь? Ты настоящий мужик. А что ты вытворял своим ртом? Марси, покажи, что он вчера показывал. Ну, что-то вроде... Все началось вот так. Я даже не могу представить. Ты не помнишь, что было дальше? Нет, все, что я помню, это экстаз. Что? Но надо признать, клубничка была что надо. Если подумать, сегодня она уже не так хороша, как вчера ночью. Чуток заветрилась. Это да, но если еще учитывать те обстоятельства, при которых мы ее вчера... Подождите минутку, клубника стоит Айленд вертолет. А что он еще вчера делал? Вроде называлась «Оклахомская вафельница». Я не знаю. «Оклахомская вафельница»? Я никогда об этом не слышала. Или кувырков дельфина. Как ты сумел сделать это с нами обеими одновременно? Как я кувыркался, как дельфин? Он был как индийское божество или типа того. По-моему, только монахи могут исполнить кувырок дельфина. Ты знаешь про монахов? Просто потрясающе! Ты жил на Тибете? Немножко. Блин, вчера же помещалось. Ты ему ничего не задолжала за вчера? Ах, да, точно. Надо ему что-нибудь вернуть. Мы вчера куда-то ходили? Откуда ты это вытащила? Так, давайте уточним. Мы пошли в бар, напились, вернулись сюда и замутили Пуэрто-Рико телефону. Если ты называешь так дикий безумный секс, то именно так и было. Подождите. Я ничего не помню, я слишком много выпил, мы должны это повторить. Ни за что. Что? Понимаешь, этого невозможно будет повторить с другим человеком. Что? Даже с тобой. Если мы сделаем это снова, то это станет обыденностью. Что? Что? Я верю в вас, девчонки. Мы снова сможем это сделать. Не то, чтобы я... Нет. Нет, такие вещи случаются только раз в жизни. И о них слагают легенды. В общем, как видишь, это невозможно. Такое бывает только раз в жизни. Вот зачем я наняла оператора. Кстати, раз с тобой я уже расплатилась, вот и для вас кое-что, сэр. Я знаю, что никогда больше не получу такого удовольствия. Что? Я думаю, что теперь нам остается только быть друг с другом. Стать лесбиянками. Мне можно посмотреть? Нет, извини. Это эксплуатация, а ты феминист, так что это плохо. Я знаю. Ну почему я не... Чёрт. Ну что, скажем ему, что это ужасная шутка, и мы ужасные люди. Не, подожди, пусть давай хотя бы недельку обождём. Хорошо, а вышло даже забавно. Хочешь еще раз? Я не вижу препятствий. Совокупление с мотивом. Что это было? Забавное ощущение. Последнее, что я помню... Это был стакан синего. Хорошая шутка, правда? Мне всего 14. Ой, мой шар. Мой земной шар пропал. А может и к лучшему. Гея бы все равно не одобрила. Перевела Доминика. Озвучили. Некрозор, Нита Неверова и Вест Вирджиния. Специально для канала Трио Толстяков. Любите друг друга.
Ты дала мне доллар?